Мы выбираем правильный курс, бей ровнее жизненный пульс. Чем старше, тем моложе. Под таким девизом вот уже два десятка лет живет в нашем городе волонтерский отряд серебряного возраста «Пульс». В Центре социального обслуживания населения «Радость» прошла церемония чествования людей, которые всегда спешат на помощь. Мероприятие было посвящено Дню волонтера. Вы те люди, которые создавались и стояли у истоков этого движения. Из серебряных волонтеров, к слову сказать, вы были первые не только в Заинском муниципальном районе, но и по Республике Татарстан. Сегодня о «Пульсе» известно далеко за пределами Татарстана, знают его и в России. «Пульсиночки» – так ласково называют этих волонтеров, неоднократные победители различных конкурсов не только республиканского, но и российского уровня. Декаду инвалидов руководителю отряда Марии Боровинских была вручена почетная грамота главы Заинского муниципального района за активную жизненную позицию. Дорогая Боровинских Мария Никитична, мы вас поздравляем и вручаем почетную грамоту за активную жизненную позицию, участие в общественной деятельности и в связи с юбилейным днем рождения. Это вам. Также на церемонии все члены волонтерского отряда «Пульс» были отмечены благодарственными письмами. И в завершении встречи не обошлось без музыкального подарка от творческих коллективов районного дома культуры и легенды Заинска Александра Шамова. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Заинска.